Всем добрый вечер, девочки. Значит, начала работу вот не таким букетиком. Да может даже, знаете, вот так и оставлю, может еще и дополню, не знаю. В общем, эти розочки выполнены с вами рано единичка. Вот. А листочки я сделала из двоечки. Сейчас поближе вам листочки покажу. Вот они листочки. Вот. Вот такая розочка. Здесь диаметр самой большой розочки. Диаметр 6 сантиметров. Нет, у средней 6, у этой 7. И 5 сантиметров у самой маленькой. То есть вот захотела вот такие покрупнее сделать. Но если даже и дополнят, то только какие-нибудь бутончики. Вот. Просто на глаза попался розовый такой материал, захотел сделать такой. Вот так, мои хорошие. Что я еще хочу сказать? Девочки, скажу одно, пока совсем не закроют канал, я все равно буду снимать. Вот, монетизация как бы на меня не действует. Понимаете, я вам сразу хочу сказать. Если уже отключат совсем канал, ну тогда да. А так я буду все равно работать с вами, мои хорошие. Вот. Вот такие дела, мои хорошие. Вот такие розочки. Не пропадайте, пишите в комментариях, что вы еще хотели увидеть. Вот. Ну, желаю, конечно, вам прежде всего здоровья. Будьте здоровы, это самое главное. Берегите себя, будьте здоровы. Всего вам самого доброго, мои хорошие.